Открытый турнир по волейболу памяти Любови Ковригиной прошел в Колпашеве. Игры состоялись 18 марта в спортзалах двух учреждений – городского молодежного центра и школы номер 4. На соревнования съехались волейболисты из Томска, Северска и Колпашева. Участников игр поприветствовал первый замглавы городского поселения Андрей Чуков. Я всегда подчеркивал, что данный турнир занимал и занимает особое место в спортивной жизни нашего города. Это не только как дань памяти замечательному человеку, физкультурнику, но и как возможность встреч лучших команд по волейболу среди различных районов Томской области. Пусть всем вам сопутствует победа и удача, а всем нам зрелищного волейбола. Турнир объявляется открытым. Традиционные соревнования по волейболу в честь колпашевского тренера и преподавателя с почетным званием «Отличник физической культуры» прошли уже в 18-й раз. Уроженка села Кривошеина Любовь Ковригина со школьной скамьи увлекалась спортом, бегом на лыжах, коньках, гимнастикой. Любовь Ивановна окончила физкультурное отделение Колпашевского педколледжа, где отлично освоила такие виды спорта, как волейбол и баскетбол. После окончания учебного заведения осталось работать в педколледже, параллельно продолжив обучение заочно на спортфаке Томского пединститута. Любовь Ковригина – призер различных областных спортивных соревнований. За годы преподавания, в том числе в 5-й и 7-й школе, вырастила десятки призеров районных и областных мероприятий. Спортивную деятельность прервала серьезная болезнь, после которой Любови Ивановны не стало. Но память о ней живет в сердцах воспитанников и коллег. И вот уже долгие годы в истории ежегодного турнира по волейболу. В этом году в турнире участвовали 3 женские команды, 2 местные колпашевые движения и команда «Сибирь» из города Томска. По итогам игр определился победитель. Им стала команда движения, на втором месте сборная Колпашева, третью строчку заняли томские волейболистки «Сибири». В категории мужчины участие в турнире приняли 4 команды – Колпашево, Тыва и Сибирь из Томска, а также спортсмены из Северска. В рамках соревнований прошли 6 игр. По итогам турнира среди мужских сборных первое место заняла команда Северска. На второй строчке – колпашевские волейболисты, бронза у томской команды «Сибирь». Призеры были отмечены кубками соревнований и медалями.